Давай посмотрим, у нас тут конвейер штабелера на шаг. Загрузочного штабелера, разгрузочного штабелера. Вот у нас разгрузочный штабелер, 27 секунд. Давай проверим, насколько он у нас. То есть это время, кстати, можно сразу здесь даже сделать поменьше. Разгрузочный штабелер не 27 секунд. А поставим там. Так, если у нас 20 секунд, поставим 23 секунды. То есть если за 23 секунды у нас. Ну, там заклинило, допустим. Заклинило, еще что-нибудь он у нас в аварии будет ошибка. Допустим, штабелера загрузочный проверим. Так, выходим. Кормушка. Загрузочный штабелер. Шаг. Надо бросить. Надо сразу вот так. Да. Сидем. Тоже где-то должен, в то же время. Ну да, в то же время. 20,5 секунд. Туда опять же заходим. То есть этот ставим тоже 23. Так, конвейер разгрузки на шаг. Конвейер разгрузки, это вот он. Конвейер разгрузки. Ну, он у нас 20 секунд. Тоже опять заходим туда же. Разгрузка. Шаг. Сколько у нас такое время? Секунды. Заходим опять туда же. Конвейер разгрузки на шаг. Ставим 18 секунд. На 4 секунды прибавили. Даже можно на 3, наверное. 17 секунд. Надо узнать, как он с материалами будет двигаться. Ставим 18 секунд. Кантователи на шаг. Кантователи — это вон та, которая переворачивается. Вот. 7 секунд. Заходим обратно. У нас здесь стоит 8. Ну, в принципе, давай 8,5 добавим. Конвейеры, накопители. У нас 14 секунд вообще двигается. Ну тут стоит все правильно, 15 секунд. Так, далее. Загрузчик черной смеси в исходное. Чтобы проверить загрузчик черной смеси, нам нужно отсюда выйти вообще. Так, формовка. Включаем на станцию. Поднимаем балансон. Матрицу опускаем вниз. Теперь загрузчик проходит вперед. И засекаем время, за сколько он у нас вперед проходит. С материалами он будет гораздо дольше идти. Где-то 1,5 секунды. С материалами он гораздо у нас дольше пойдет. 1,5 секунды. Загрузчик черной смеси. Давай поставим 5 секунд. Даже 6. Меньше. Исходное положение. Так, теперь матрица у нас, да? Матрица в исходное положение. Исходное положение ее — это внизу. То есть исходное положение, это нам будет так. То есть мы это поднимем вверх. Допустим, ну, где-то 2 секунды. У нас стоит 8. Давай поставим тоже 6. Тоже 4, наверное, можно. Балансон в исходное положение. Балансон в верхнее исходное положение. То есть также мы опускаем его вниз. Засекаем, за сколько он поднимается наверх.
за 1.5 секунды тоже примерно где-то то же время поставим. Если он поднимается наверх и проходит 4 секунды, и этот датчик не сработал, то все, авария, значит. У вас отключится.